Гуманитарная помощь направлена с целью оказания медицинской помощи в экстренных и неотложных случаях гражданам Украины, вынужденно покинувшим свою страну в связи с военными действиями и временно проживающими на территории Молдовы. Для доставки помощи в аэропорт Кишинева самолет в 10 часов вылетел из международного аэропорта Гейдар Алиев. Сегодня правительство Азербайджана в третий раз направляет помощь украинским гражданам и украинскому государству, пострадавшим от военных действий в стране. Наша сегодняшняя помощь – это медицинское оборудование и лекарства. В этот раз помощь направляется в Республику Молдова, потому что пострадавшие от последствий войны граждане Украины вынужденно проживают в Молдове. Азербайджан является членом движения неприсоединения, в котором уже 2 года председательствует глава нашего государства. Как и сам пострадавший от войны, Азербайджан всегда оказывает поддержку страдающим от войны людям, независимо от страны их проживания. В случае необходимости эта помощь будет продолжена. Около 100 тысяч граждан Украины находятся на территории Республики Молдовы. Еще раз хочу поблагодарить дружескому Азербайджанской Республике, поблагодарить лично президента Ильхама Алиева за эту помощь. Ранее по поручению главы государства 27 февраля и 12 марта из Азербайджана в Украину было отправлено около 520 тонн гуманитарной помощи, состоящей из лекарственных средств, медицинских изделий, приборов, оборудования, а также продуктов питания на общую сумму 21,5 миллиона манатов. Орхан Гасымлы, Мемед Багыр Кяримов, Ксения Анисимова, Новости СТВ.